27 октября прошел конкурс, посвященный 30-летию Конституции Республики Татарстан. Мероприятие прошло в стенах главного здания Казанского федерального университета. Игра проводится при поддержке Конституционного суда Республики Татарстан совместно с кафедрой экологического трудового права и гражданского процесса. Конкурс развивает представление о нашем основном законе. Кроме этого, данный конкурс составлен очень интересным образом. То есть есть у нас раунд чисел, то есть где мы анализируем числа в праве. Далее есть конкурс, получается, размышления о Конституции, где мы даем отрывки из произведения, и студент должен угадать, в чем же смысл с точки зрения права и Конституции вот в данных отрывках. Участники конкурса прошли испытания на знание Конституции Татарстана, истории ее принятия, а также знание культурного наследия республики. Игра состояла из 4 раундов. Длительность составила 1,5 часа. Все конкурсанты, студенты 2-го курса, создали свои группы. Такие мероприятия, которые будут освещать конституцию твоего региона, довольно-таки полезны для студентов, которые обучаются в этом же самом регионе, чтобы как минимум знать законы твоего региона, в котором ты сейчас живешь, в котором ты, возможно, будешь жить и будешь в дальнейшем работать и планировать всю свою карьеру и всю свою жизнь. Также, по сути, повышает, может повысить патриотизм человека, если он будет знать свою страну, свой народ, как все, допустим, принимали те же самые законы, о чем они. Всего в конкурсе приняли участие 8 команд. Победители получат памятные подарки от Конституционного суда, а также от юридического факультета. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.